Весь план вознаграждения DAISY является смарт-контрактом и работает на блокчейне. Это означает, что все выплаты производятся мгновенно на ваш кошелек, то есть никто не может их изменить или как-либо на них повлиять. Каждая транзакция осуществляется со 100% прозрачностью. Вся генеалогия и выплаты неизменны и свободны от человеческих ошибок и контроля. Это по-настоящему децентрализованная цифровая peer-to-peer платформа, которая действительно каждый раз выполняет все свои обещания. Реферальный план смарт-контракта DAISY также был признан самым мощным реферальным планом среди всех моделей peer-to-peer. И самое приятное то, что вы можете получать доход не только от своих действий и действий своей команды, но и от деятельности всего сообщества. Реферальный план DAISY выплачивает до 46% при каждом взносе на пакеты с 1 по 7 и до 27,3% каждый раз, когда кто-либо оплачивает пакеты с 8 по 10. Как вы уже знаете из предыдущих видео, дополнительные 50% от взносов с 1 по 7 пакеты и 70% от взносов с 8 по 10 пакеты также помещаются в фонд DAISY, и Endotech использует их в качестве ликвидности для интеллектуального трейдинга, его разработки и тестирования. Это означает, что минимум 96% от каждого взноса идет на благо всего сообщества. Кроме того, поскольку от 50 до 70% вклада с каждого пакета, используемого в реальной торговле, приносит прибыль торговой системе искусственного интеллекта Endotech, 70% этой прибыли выплачивается индивидуальному участнику, предоставившему ликвидность, а 15% распределяется в виде награждений всему сообществу. Первый пакет – 100 USDT. Второй пакет – 200 USDT. И на каждом пакете сумма вклада удваивается вплоть до 10 пакета. С 1 по 10 пакет будет равняться общему вкладу в 102 300 USDT. Теперь отправимся в наше путешествие по плану вознаграждения DAISY, начиная с динамической матрицы 3×10. Каждый участник начинает свой путь DAISY с первого уровня с вклада в размере 100 USDT. И автоматически получает следующую свободную позицию в матрице первого уровня того участника, который его привел. Давайте немного разберемся, что такое матрица 3×10 и как она работает для участников в зависимости от того, до какого пакета они вложились. Потому что важно понимать, что для каждого пакета существует своя матрица 3×10. Это очень мощный инструмент, потому что по мере перехода от первого пакета в 100 USDT к следующему, вы также попадаете в новую матрицу для соответствующих пакетов, открывая ее для себя. Матрица 3×10 означает, что каждый участник начинает с тремя позициями, которые могут быть заполнены в первом уровне. Всего есть 10 уровней. Поскольку у каждого участника на первом уровне всегда есть три позиции, которые могут быть заполнены, на втором уровне, следовательно, их уже 9, на третьем уровне 27, затем 81, 243, 729, 2187, 6561, 19683 и так далее до 10 уровня с 59 049 позициями. В общей сложности получается 88 572 участника в полной матрице 3×10. И если вы являетесь участником с первым пакетом, вам доступно 88 572 позиции в первой матрице. Если вы являетесь участником второго уровня, у вас есть 88 572 позиции, доступные в первой матрице, и еще столько же позиций, доступные во второй матрице. Каждый пакет имеет свою собственную матрицу и может быть заполнен только участниками, сделавшими вклад в этот пакет. Для того, чтобы получить позицию в первой матрице, участник должен начать свое путешествие в DAISY, сделав взнос в размере 100 USDT на первый пакет. Для того, чтобы занять позицию во второй матрице, участник должен перейти на второй пакет, внеся 200 USDT. И так далее. Когда любой участник вашей первой матрицы с первым пакетом покупает второй пакет, он автоматически переходит на следующую доступную позицию во второй матрице. Разумеется, следуя очередности предыдущих участников, которые уже перешли на этот второй пакет.
Давайте рассмотрим пример, когда Джон привел Мэри, а Мэри привела Тома. Джон купил все 10 пакетов. Мэри – участник с одним пакетом. Том – участник с первым пакетом, который готов перейти на второй пакет. Поскольку Джон уже купил все пакеты, он занимает свою позицию во второй матрице. Мэри, однако, не имеет позиции во второй матрице, поскольку в настоящее время она является членом только с одним пакетом. Когда Том переходит на второй пакет, он получает следующую доступную позицию во второй матрице Джона. В первой матрице ничего не меняется, но Том теперь продвинулся во вторую матрицу Джона. И вот теперь Мэри готова перейти на второй пакет. Поскольку она является личным рефералом Джона, ей будет предоставлена следующая доступная позиция во второй матрице Джона. Однако Мэри также решает перейти на третий пакет, и теперь ей будет предоставлена следующая доступная позиция в третьей матрице Джона. Когда Том решит перейти на третий пакет, ему автоматически будет предоставлена следующая доступная позиция в третьей матрице Мэри, поскольку она является личным пригласителем Тома и уже приобрела свой третий пакет. Как вы можете видеть, те участники, которые переходят на следующий пакет, имеют большие преимущества, потому что они автоматически получают следующую верхнюю позицию в следующей матрице для этого пакета. Теперь в матрице 3 на 10 происходит настоящее волшебство – принудительный перелив. Каждый участник имеет 3 открытые позиции в первом уровне. И как только эти 3 позиции заполняются, следующий участник автоматически попадает во второй уровень и так далее. Этот динамический перелив позволяет даже тем пользователям, которые еще никого не привели, получать выгоду от включения новых пользователей в свою матрицу. По мере роста всего сообщества, выгода от перелива увеличивается для существующих участников. Используем эти же примеры, начав с первого уровня. Если Джон приглашает нового участника, то, поскольку первые 3 уровня уже заполнены, этот новый участник автоматически переходит в 4 уровень. Когда этот участник переходит на второй пакет, поскольку первый и второй уровни второй матрицы уже заполнены, этот участник автоматически попадает в 3 уровень. И когда этот участник покупает на третий пакет, поскольку первый уровень уже заполнен для третьей матрицы Джона, этот пользователь автоматически попадает во второй уровень. Такова сила перелива и покупки новых пакетов в динамической форсированной матрице 3 на 10. Каждая матрица с пакетов 1 по 7 выплачивает до 34% от каждого вклада. И каждая матрица для пакетов с 8 по 10 выплачивает до 17%. В следующем порядке. Первый уровень – 4% с 1 по 7 пакетов и 2% с 8 по 10 пакета. Второй уровень – 4% и 2%, с 3 по 8 уровни – 3% и 1,5% соответственно. Девятый уровень – 4% и 2%, десятый уровень – 4% и 2% соответственно. Это означает, что при любом взносе, сделанном кем-то из этого уровня вашей матрицы, вы можете претендовать на получение процентного бонуса для этого уровня. Каждый участник, сделавший вклад в один из пакетов, автоматически получает матричный доход от первого и второго уровней в матрице, соответствующий этому пакету, даже если он никогда не приведет ни одного человека. Для того, чтобы получать матричный доход от участников уровней с 3 по 10, необходимо выполнить личные реферальные требования. Условия получения дохода с 3 по 10 уровень. Для первой матрицы в 100 USDT нет никаких требований для получения дохода от всех 10 уровней. Чтобы получать доход с 3 по 10 уровня со 2 по 10 матрицы, вы, разумеется, должны купить соответствующий пакет и выполнить следующие требования по рефералам и общим вкладам ваших рефералов. Третий уровень требует 3 личных рефералов с общим вкладом от них в 1000 USDT. Четвертый уровень требует 6 личных рефералов с общим вкладом от них в 2000 USDT. Для пятого уровня требуется 9 личных рефералов с общим вкладом в размере 4000 USDT. Для шестого уровня требуется 12 личных рефералов с общим вкладом в размере 8000 USDT. Для седьмого уровня требуется 15 личных рефералов с общим вкладом в размере 16000 USDT.
Для 8 уровня требуется 18 личных рефералов с общим вкладом в размере 32 тысяч USDT. Для 9 уровня требуется 21 личный реферал с общим вкладом в 64 тысячи USDT. Для 10 уровня требуется 24 личных реферала с общим вкладом в 128 тысяч USDT. Проведем пример того, насколько мощным может быть матричный бонус. Вот некоторые статистические данные. Человек, заполнивший целиком первую матрицу, заработает 344 460 долларов. Человек, заполнивший все 7 первых матриц, заработает более 43 миллионов долларов. А человек, заполнивший все 10 матриц, заработает более 198 миллионов долларов только за счет матричных бонусов. Очевидно, что это огромная теоретическая сумма, но она помогает понять, насколько значительным может быть матричный бонус. И еще одно большое вознаграждение для тех, кто решил привлекать других — это матчинг-бонус. Вы можете заработать 10% матчинг-бонуса с каждого привлеченного вами участника. Это означает, что каждый раз, когда они получают матричный бонус, дополнительные 10% от их заработка начисляются вам. Для того, чтобы получить матчинговый бонус от ваших личных рефералов, вы должны быть членом матрицы, в которой они получают доход, и вы должны быть квалифицированы на уровень, в котором они получают доход. Когда участник начинает свое путешествие с Дейзи с покупки первого пакета, он может сделать это только по реферальной ссылке другого участника. Реферер, предоставивший ссылку, становится постоянным личным куратором нового участника и получает 5% прямых реферальных бонусов за каждый пакет, который покупает лично привлеченный им участник. В примере с участником, который прошел все 10 уровней на общую сумму 102 300 USDT, пригласивший его куратор зарабатывает 5% или 5115 USDT. Для прямого реферального бонуса не имеет значения, на каком пакете находится куратор. Бонус в 5% будет начислен в любом случае. Вы не только получаете 5% прямой реферальный бонус, когда лично привлеченный вами участник делает вклад в любой пакет, но вы также получаете 3,5% резидуального реферального бонуса на общую прибыль от трейдинга фонда Дейзи, сгенерированную Endotech на вклад приглашенного вами участника. Нет ограничений на количество людей, которых вы можете привлечь, и нет ограничений на прямые и резидуальные личные реферальные бонусы. Возможность получения резидуального бонуса становится еще более захватывающей благодаря Unilevel плану Дейзи, в котором вы получаете не только 3,5% резидуального реферального бонуса на всех лично привлеченных вами участников на вашем первом поколении Unilevel, но вы также можете заработать дополнительный 1% резидуального бонуса на все прибыли фонда Дейзи от участников ваших поколений со 2 по 10. Разница между поколениями Unilevel и матричными уровнями очень проста. В матрице у вас есть только 3 человека в первом уровне. А для получения бонуса Unilevel каждый участник, которого вы лично привлекли, автоматически считается вашим первым поколением. И каждый, кого они привлекают, становится вашим вторым поколением и так далее. Для того, чтобы получить право на реферальный бонус Unilevel, вам достаточно выполнить требования для получения бонуса соответствующего уровня матрицы. Например, как и в случае с матричным бонусом, где к первому и второму уровням нет требований, к первому и второму поколениям вашего Unilevel также нет требований. И точно так же, как в матричной квалификации, чтобы заработать с третьего поколения, вам нужно иметь 3 личных рефералов с общим вкладом в 1000 USDT. Для ознакомления с требованиями на получение дохода с Unilevel поколения от 3 по 10 просто ознакомьтесь с описанием квалификации для открытия новых уровней матрицы. Кроме того, в отличие от матричного бонуса, у Unilevel нет требований к пакетам. Таким образом, даже если вы являетесь обладателем только лишь первого пакета с суммой 100 USDT, вы можете зарабатывать на вознаграждениях за трейдинг всех участников с 1 по 10 пакеты вашего Unilevel при условии, что вы выполнили требования для каждого поколения. Дейзи также предлагает VIP-программу для участников, сделавших вклад на все 10 пакетов. Эти участники имеют возможность завести личный счет для трейдинга с Endotech, связанный напрямую с их личными кошельками.
Когда VIP-участники выводят свою прибыль, бонус Unilevel выплачивает 4% личному рефералу, 2% второму поколению, а также 2% бонусный пул Paysetter Gold и 2% бонусный пул Paysetter Leadership. Завершающая часть плана вознаграждения, которую многие называют лучшей частью DAISY, это бонусные пулы Paysetter Gold и Paysetter Leadership. Paysetter Gold основывается на достижениях нового участника в течение первых 30 дней. Сначала на пути к Paysetter Gold, когда в течение первых 30 дней достигается квалификация каждого уровня матрицы, следующий уровень автоматически открывается навсегда. Например, проходя квалификацию на третий уровень, приведя трех участников с личными реферальными вкладами в размере 1000 USDT, вы автоматически попадаете в четвертый уровень матрицы. Paysetter Gold можно получить только в первые 30 дней, выполнив требования на квалификацию 10 уровня, то есть 24 личных реферала и их вклады на сумму в 128 тысяч USDT. Выполнив требования к 10 уровню в течение первых 30 дней, вы сразу же получаете право на участие в программе Paysetter Gold, и вы получаете пожизненные преимущества. Во-первых, каждый участник программы Paysetter Gold автоматически получает долю в 5% бонусном фонде акций Paysetter. Пройдите квалификацию Paysetter Gold, и как только будет достигнута цель первого этапа работы DAISY с Endotech, эти 5% акций Endotech будут поровну разделены между всеми участниками программы Paysetter Gold. Во-вторых, каждый участник программы Paysetter Gold получает доход из глобального пула взносов, где 1,8% от каждого взноса по всему миру размещается и в равной степени распределяется участникам программы Paysetter Gold. В-третьих, каждый Paysetter Gold будет зарабатывать из глобального резидуального пула, где 1,25% от всей глобальной торговой прибыли плюс 50% всех невыплаченных остаточных торговых бонусов от всей прибыли фонда DAISY помещаются в глобальный бонусный пул и в равной степени выплачиваются в виде вознаграждения квалифицированным членам Paysetter Gold. Только представьте себе свободу, которую можно обрести, зарабатывая на каждом взносе DAISY по всему миру и получая остаточный доход от всей прибыли всего фонда DAISY. Но если вы думаете, что это впечатляет, то теперь вы узнаете о еще более впечатляющем бонусном пуле Paysetter Leadership. Пул Paysetter Leadership забирает еще 1,8% от каждого взноса и еще 1,25% от всей прибыли фонда DAISY. Плюс оставшиеся 50% от всех невыплаченных остаточных торговых бонусов по всему миру и направляет эти прибыли в глобальный пул лидеров. В равной степени вознаграждаются участники, достигшие престижного бонуса Paysetter Leadership. Чтобы квалифицироваться на Paysetter Leadership и получить долю в пуле лидеров, вы должны помочь трем лично зарегистрированным вами участникам достичь 30-дневного бонуса Paysetter Gold. И что самое приятное, за каждых трех лично зарегистрированных участников, достигших уровня Paysetter Gold, вы получаете дополнительную долю в пуле Paysetter Leadership. А теперь объедините матричные бонусы для всех 10 пакетов. Matching бонус, прямой реферальный бонус, резидуальный бонус Unilevel и глобальный бонусный пул Paysetter Gold и Paysetter Leadership. Все это с использованием сил мгновенных выплат через смарт-контракты прямо на ваш кошелек, становится ясно, что DAISY действительно создала самый мощный план вознаграждений в истории индустрии peer-to-peer. Если вам прислали это видео из приложения DAISY, просто нажмите на ссылку ниже, чтобы получить реферальную ссылку для регистрации и пошаговую инструкцию о том, как начать работать с DAISY. Если ниже нет ссылки, просто свяжитесь с человеком, который поделился с вами этим видео. Время – это ключевое преимущество модели DAISY, и мы надеемся, что вы примете наше приглашение стать частью движения DAISY.